Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами группа Юбилейные. Сегодня на обзоре мы рассмотрим монету царской России. Эта монета номиналом в 1 копейку 1912 года. Тираж монеты примерно 30 миллионов штук. Чеканилась эта монета из меди на Санкт-Петербургском дворе. Такая монета. Извините, что опять эти перчатки. В скором времени я обязательно приобрету. Сейчас не было времени. Вот такая вот монета. Одна копейка. В небольшой патине. Темной. Кур трубчатый. Так вот сзади она выглядит. Все хорошо прорисовано, все видно. Написано сверху: медная российская монета, 1 копейка. Ориентировочная цена на обычные, в обычном состоянии монету примерно в районе 50-100 рублей. Ну, а дальше выше, там, в зависимости какое состояние. Но это у меня прилично, ну, не знаю, хорошее вроде состояние. Я не знаю даже, сколько она будет стоить. Мне, по-моему, подарили. Это было очень давно. Такая монета царская. Давайте ее взвесим. Так. Три грамма, да? Ну, вообще она по каталогам 3,28. Просто еще неровная поверхность, поэтому погрешность будет какая-то определенная. Но эта монета оригинальная, естественно. Вес совпадает. Такая медная монетка. Если вам понравилось мое видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, ставьте лайки. В общем, такая монета. Буду всем рад. Все, всем спасибо.